Получи $50 для игры в покер. Ссылка в описании. Всем приятной жизни! Это Шашлык, и мы продолжаем играть во Flatout 2. Так, продолжим проходить карьеру, продолжим проходить дерби. Вот мы первый прошли. Так, high jump. Давайте вот этот пройдем. Тут три гонки, а здесь одна, походу. А ну-ка, давайте посмотрим. Ух ты! Тут что, нам тачку можно выбрать? Круто! Тут что, нам дают бесплатно тачку? Ну, мне вообще вот это. Хотя вот это тоже, конечно, классное, но я хочу вот это. То есть последние две мне больше всего понравилось. Так, что тут? Ого! Ого-го! Так, а какую надо... А, так это вообще не я еду. Это вообще не я еду. 156. Ага, и вот им именно на сетку надо попасть. Так, ну я надеюсь здесь закидывать его также контролом. Что хочется отметить, то что здесь вот добавились бочки, которые нужно объезжать и которые... Я, конечно, не знаю, как я его закинул и как меня засчитают. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что-то мне, по-моему, вообще ноль засчитают, да? Я кидал как в первом флотауте по привычке. Да, я... Ну, давайте потренируемся. Я кидал как в первом флетауте, а здесь нужно не только в высоту кидать, но еще и... чтобы он на сеточку попал. Ну, блин, чё так фигово? А, вон у нас справа угол бегает. Ой, слева, слева. То есть я-то его не заметил. А насколько в туториале он закинул... Короче, я последний. Блин, а тяжело будет нам проходить-то эти штуки. Я так уже... Хотя, на самом деле, нужно просто выбрать угол, на который он кидал. Где-то, наверное, вот так вот. Хотя нет. Это мы на 70 градусов кинули. 70 это в ноль. Да, значит, нужно где-то 60 градусов. Ретри сделаем. Так, а ну-ка давайте еще разок попробуем. Так, значит, нужно кидать где-то в районе 70 градусов. Ну, еще я этот момент не... Ой, 60 градусов. Вот так вот вроде неплохо пошел, неплохо пошел. И да, это уже результат, 114. Для меня это неплохой результат. Ну, четвертое место, конечно, не очень хороший результат. Где-то, наверное, надо кидать градусов 65. Я вот не помню, сколько он кинул в туториале. Я просто не знал, что туда смотреть надо. Ой, ну блин, это я зафейлил. Это я зафейлил. А ну-ка, здесь можно ретри делать, да? Так, давайте еще разочек. Вот где-то вот так вот, наверное, надо кидать. Вот, да. Ну, нет, только не... А, ну здесь, видите, здесь... Ну, блин, нет. Нет, надо кидать... А ну-ка, давайте посмотрим... Continue. А я могу еще раз туториал посмотреть? Я хочу еще раз посмотреть туториал. Дерби. Так, вот это...
Rocket. Вот, туториал. Отлично. Значит, смотрим. Разгоняемся. Разгоняемся. Объезжаем аккуратненько бочечки. Вот он здесь начинает и нас... Что? На 31 градус? Да ладно! Да ладно! Как так на 31 градус? Я думал... Блин... Вот это я, конечно, нубас. Ну, такого в первом флотауте не было, вы поймите тоже. А чё он у меня не полетел так, как у него? Чё-то я не понимаю в этой жизни. Как это у него 31 градус? И такой результат. Блин, ребят, к такому жизнь меня не готовила. Так. Определенно здесь нужно кидать. Ну, может быть, кстати, 60 градусов. А ну-ка, давайте попробуем найти свой собственный оптимальный вариант. Да, что-то 31 градус, это он в чем-то считерил. Ну да, 46 градусов это тоже мало. И к тому же скорость у нас маленькая. А ну-ка, давайте еще разочек. Тут вот очень важно проехать вот эти бочки, не задев ни одной. Во-во-во-во-во-во, пошел, давай. Блин, 109 всего лишь. Ну что это такое? Не, 60 надо кидать, 60 градусов, не больше. Мне так кажется. Даже можно, наверное, 50 где-то. 55 вот, наверное, будет. Блин, ну я 49, и вообще это я мимо закинул. А, хотя результат... Во что это он врезался? Блин, результат вообще зачитали, конечно. Да. Слушайте, с этими бочками их так сложно на самом деле объезжать. Ну, пока. А вот, ровно ши... Блин, перегородка. Ну, если б не было перегородки, мы бы выше кинули. Back to меню. И что нам дадут за это? 0 кредитов. Шикарно. Да, короче, с этим хай-джампом... Надо бы с ним что-то сделать. Ладно, давайте попробуем проехать вот это. Посмотрим, что тут нас ждет. Я надеюсь, тут всяких туториалов нет. Нет, вроде бы нет. Жесть, они что-то резко в отрыв уходят. Ну, ладно. Сейчас мы их будем резко догонять. О, наконец-то тараны. Ай, фух. Куда ехать-то? Блин, туда надо ехать. Вау, полегче, братюнь. Ух ты, вы видели, как я... Ух ты! Да здесь их можно разворачивать. То есть тут у них еще и... Они еще и физику подправили, отлично. А еще он, походу, нитро подгазовывает там. Собака. Как тебя там? На тебе! Вау, это круто! Я хочу прыгнуть! Е-ху! Куда дальше-то? Вон туда. Вау, вы посмотрите на это! Это нереально круто. Да, вот гонки мне, именно гонки мне здесь нравятся. Ё-моё.
бдыщ, врезались мы. Ну ничего, в принципе, в целом прошли нормально. Этап кру. Ой-о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 й. Спокойней. Нормально идем. Так, можно нитро подбавить, чтобы отрыва набрать опять. Вау, я хочу по туннелю проехать. Вау, ну не очень у меня получилось, но это все равно мне понравилось. Так, проходим. Залетаем сюда. Так, сейчас не поедем по тому трамплину, поедем по земле внизу. Так, только куда ехать? Прямо? Что-то я этого вообще не помню. Я здесь ехал или я здесь не ехал? Ай, столб. Столб, это всегда больно. О, тут можно срезать, я вижу этот срез. Бдыщ, тут всякие табуретки стоят. Так, это, кстати, я тоже не лучшим образом сейчас еду, не оптимальным. Есть маршруты покороче. А, вон, там можно ехать прямо в этот туннель, и все нормально будет. И вообще не заморачиваться. Да, я что-то подумал, что сюда нельзя ехать. Вау, круто! Ай, бампер отвалился. Фиг с ним, с бампером. Вот туннель. Заходим аккуратней. Так, понеслась. Ух ты, мы прям сквозь нее пролетели уже. Такая у нас нереальная скорость. Да, графон здесь получше заметно. Сами гонки пореалистичнее, поплавнее. Ой, куда ехать, куда ехать? Так, ну что, поедем поверху? Поедем. Бим! Ваху! Вай, вот это я зря сделал. Вау, первый наш фейл во флотауте, прошу любить и радовать. Нам сразу полное нитро дали, нормально, ничего страшного. Круто. И, кстати говоря, прошу обратить внимание, водитель не вылетел нифига. То есть он там как сидел, так и остался сидеть. Так, третий из трех круг. О, кстати говоря, я рисковал проиграть. Новый рекорд круга даже я поставил, ничего себе, несмотря на этот фейл. Круто. Ай, зачем меня впиливаться? Континье. Так, нам только самый быстрый круг дали. Все, замечательно. 10 очков мы заработали. Так. Теперь давайте вторую гонку пройдем. Пройдем вторую гонку. Блин, вот тут хорошо, что можно сносить заборы вообще спокойно. Это мне больше нравится, нежели в первом флотауте. Они услышали мое негодование по этому поводу. Негодование. Куда ехать, ребята? Я вообще какой еду? Я третий еду. Вон они первые два. Что это? Ух ты, да здесь водитель вообще не вылетает. То есть в первом бы флотауте он уже бы отправился в полет. И сказал бы, я птичка! Тра-та-та-та-там! Я взмаху крылом и полечу в полет. А здесь у нас этот водитель, видимо, мечтал ездить на танке, потому что он вообще не вылетает. То есть, если тот мечтал быть летчиком, то этот мечтал явно ездить, быть танкистом и ездить на танке. Из танка точно не вылетишь. Ты что, меня обогнать хочешь? Не тут-то было. Так, и вот мы вырываемся на второе место. Пробиваем стоги сена, уворачиваемся от бочки, и нас пытаются обойти, но мы удерживаем позицию и отправляем его в нокаут. Нас пытаются обойти слева, но мы его тоже выпихиваем. А, здесь самолет целый! Вау! Жесть! Так, мы на втором месте удерживаем позицию второго места, набрали чуть больше преимущества. Проносимся по пересеченной местности, давим нитро, что есть мочи. Я хочу в эту часть поехать посмотреть. Ай, какой out of track. Блин, я думал, туда можно ехать. Зачем ты в меня вписался, собачий ты хлопец? Собачий хлопец. Забавное слово. Так,
Ну, флотаут порождает забавные фразочки. Так, проезжаем через амбар, впиливаемся в какого-то Джека Белтона или Беннета. Вот, ай, нас разворачивают, ничего страшного, выравниваем машину нитром. И мы откатились на восьмую позицию. Не унываем, ни в коем случае не унывать. А, у нас шестая уже позиция, о, как быстро мы вернулись. Ай, блин, подкинула чуть-чуть машину и выкинула, ну ничего страшного. Вот это уже гонка посложнее, поинтереснее проходит. Так, едем, 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 интересно, какими мы... Итак, мы шестые, мы пятые. Мы четвертые, замечательно, остался один круг. Ну, точнее, скоро останется один круг. Так, трассу здесь чуть хуже видно. Так, вот я вижу, вижу наше второе место впереди. Я вижу второе место, я вижу второе место, я просто его ощущаю. Я ощущаю сейчас за нами, вот мы уже третье взяли, и вот оно второе. Есть второе место, так, где первое место? Где наше первое место? Я не вижу нашего первого места. Наверное, не судьба нам проехать первыми, но ничего. Зато я получил массу драйва, массу адреналина, массу впечатлений и удовольствия от этой гонки. Она реально веселая! Вау! Так, врубаем нитро. Да, первый уехал просто фатально вперед. Походу, мы его никогда не догоним. Не знаю, какой у нас с ним отрыв, но, видимо, не маленький. Вау, я проскочил таки через этот амбар. Супер, супер, детка. Да. А нам же на самом деле не обязательно это первыми приезжать. Нам нужно... Ай, камни! Камни! Камни, отбойник! Ресет. Стартуем. Нет, я не отдам вам первенство, сволочи. Я вам не отдам его ни в коем случае. Камень! А-а-а! Блин! Уйди! Уйди, уйди, уйди! Нет! Нет, это моя победа! Она моя! Нет! Нет, хотя бы третьим! Да! Я третий! Вау! Это было круто! Слушайте, у нас там отрыв просто мизерный. Так, нам дали 200 кредитов за что? Не знаю, за что-то... А, 100 кредитов нам дали. Ну что, круто. Так, самый быстрый круг все равно у нас. Еще 100 кредитов нам дали. О, я все равно на первом месте в общем зачете. У меня 16 очков. Нормально. Так, давайте проедем третью гонку. Третью гонку. Так, да, Flatout 2 мне после первого нравится больше. Он реально крутой. Интересно будет, чем же так плох третий, что его все критикуют. Пройду второй, обязательно посмотрю на третий. Итак, постараюсь эту гонку проехать без косяков. На тебе! Сейчас я знаешь, что с тобой сделаю? Я сейчас вот так вот тебя в бок, 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 ну и пошел! Развернули. Почему они мне так не делают? Они меня, наверное, просто жалеют. Ой, тут всякие трейлеры стоят. Так, все, у нас на хвосте сидит один соперник пока. Из видимой... Видим... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Фух, ну нормально, мы удержались на трассе. Да, конечно, машинка у нас плохо входит в повороты. Этого у нее не отнять. Пока управляемость мы не прокачали. АК наша неуправляема особо. Слабый у нее угол. Ну, точнее, наоборот, у нее очень большой угол вхождения в поворот. Ничего страшного. Слушайте, я сейчас обратил внимание, нам дают нитро за те моменты, когда мы в полете. То есть, если мы подлетает, подкидывает нашу машинку, то нам дают нитро. Это круто. Это такое нововведение. Вот, а за то, что я сбиваю столбы... А, да, тоже дают нитро. Это я сейчас так чисто для проверки, вы не думайте. Так, первый круг мы прошли первыми. Еще два круга, детка. И я не собираюсь ухудшать свой результат. Я собираюсь его только улучшить. Эта трасса вроде бы попроще. Так, тут вообще можно ехать прямо, не заморачиваться. Че я там пытался поворачивать? Так, я вот не помню, в этом повороте нас выносил. Нет, это не тот поворот. Я перепутал поворот. Так, ладно, все нормально. Тут эти трейлеры. Я помню эти трейлеры. Кто я тут запарковал вообще? Не видите, гонка идет. Отъехали бы хоть. Не, стоят... Ай, камни на дороге! Кто сюда накидал камни? Зачем вы это делаете? Уберите за собой. Вот подъедь, остановись и убери. О, у нас уже полная нитро. Мы его пока прибережем. Вау! Что-то я задумался. Вот сейчас самое время использовать нитро.
Вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау, полегче! 150 километров в час. Вот это скорость, ребята. Ну, она, конечно, не супер большая, но вы видели оку, несущуюся со скоростью 150 километров в час? Это и так капсула смерти. А на скорости 150 километров в час это просто, я не знаю, что это. Это... у меня нету слов. Это машина для суицида, я не знаю. Для суицида, знаете, такого, о котором еще все новостные издания напишут. То есть, хотите получить премию Дарвина, садитесь в АКУ, разгоняйтесь до скорости 156 км в час, а дальше АК все сделает за вас. То есть, дальше вам ничего не надо делать. Вот, инструкция понятна? Я думаю, понятна. И все, премия Дарвина у вас в порядке. Да, это я, конечно, шучу, кто не понял, а то мало ли потом у меня подписчики убавятся и мне будут писать: вот, я сел в АКУ, разогнался до 156 км в час, и теперь я уже не могу смотреть твои видеоролики, потому что мне выдали премию Дарвина. Вот, так что это была шутка, на всякий случай, так, кто не понял, а то мало ли, всякое бывает в этой жизни. Да, черный юморок-то пошел. Ух ты, 163 километра я было на спидометре, офигеть. Да наша АК делает успехи. Она уже становится супер-мега-быстрой АКой. То есть у нас супер-АК. АК-рекордсмен. Ну, давай, давай, быстрее, нитро нет, ничего страшного. Еее, 163 километра в час мы финишируем с такой скоростью. Это бесспорная победа, бесспорная. Аж на... 26 секунд мы опередили. 26 секунд, это очень-очень много. Да, нам тут, походу, ничего больше не дадут. Ну и ничего. Итого, у нас 26 очков, мы на первом месте. Все замечательно, 1100 кредитов мы получили. Это хорошо. О, нам даже... Вау! Вау! И мне еще 5... Круто! Нам разблокировали кучу всяких разных машин. Нам еще кучу всего там поразблокировали. Короче, это все ништяк вообще, крутота... крутотенинская. Вот. Ладно. На машинки мы посмотрим в следующем выпуске. А этот выпуск мы на этом закончим. Большое спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на канал. Получайте удовольствие от жизни. С вами был Шашлык.